увидимся? Еще не знаю. От зла нас сохрани. Красный только желтый нарцисс. У одного мечи за спиной, другой топором в зубах ковыряет. Последний раз приказываю. Сдавайте неправедные книги, в особенности гримуары и трактаты. Священный огонь порой. Священный огонь! А вот и здесь нравится. Изюми тоже скучно. Еще как. Пакость какая! В одном я уверена, религиозный экстремизм ведьмак, до добра не придет. Это звучит гордо. А! Сейчас как дам. Будет наконец порядок! Да здравствует Родовид! Да здравствуют охотники за колдуньями! Вознесем же молитвы силе вечного огня, защитника нашего города! Только несокрушимая вера в мощного пламени! О! Мне нужен пояс с серебряными заклепками. Прямо сегодня утром моя Грета принесла вести с рынка. Выжили, я принес дорогущие недели. Вы ужасы! Верно говорят, что все барки лентяи и лоботрясы. Ну и ну, ведьмак! Добровольное пожертвование. Снова он на обед опоздал. Всадники и зрители! Тот чародей в дому своем укрывает, тот на одно в костре сильнее. Отправляешься в путь или с нами останешься? Безопаснее, когда ты поблизости. Идет весна, дождем зальет дороги, и солнечное тепло сердца согреет. Правда, что я это варю из детей суп? Я буду за тобой приглядывать, белоголовый. Как же было дело с Вольтестом-то? Давайте играть в «Зажги ведьму». Да! Спать, спать, спать. А! Вечный огонь, ну почему я?